Рикардо, как вам ощущение от, в первую очередь, от родного стадиона, на котором вам удалось дебютировать в таком важном мероприятии? Your debut in this gala game against for anniversary of our stadium. What is your impression? Very good. It's very good. You know, it's like a party debut, you know. But it's very good for me because all the stadium was like full, you know, and this type of ambience keep my debut more special, you know. Да нет, все круто. Такой получился немножко дебют-вечеринка, но здорово. Был полный стадион, и это сделало прекрасную атмосферу, и мне понравилось дебютировать за «Спартак» в такой атмосфере. Насколько сильно он расстроится, когда узнает, что трибуна «Б» не ходит на РПЛ, не ходит на Кубок России, и поддержки такой не будет? You will not see them during the official games. I think the club needs the ultras, so yeah, I'm a little bit upset, but it's football, you know, it's football. Да, конечно, клубу нужны активные болельщики. Жалко, что их нет на официальных матчах, но что имеем, то имеем. Скажи, как тебе первое время в России? Уже успел много освоиться здесь. How was your adaptation in Russia? Ah, very good, very good. The team got like a warm welcome, the coach, so I'm very happy to be here. Все хорошо, теплый прием, мне оказали партнеры, и тренер помогает, так что все нормально. Что ты этого знал о Москве, России, как ему вообще в целом? What did you know about Moscow before you joined? The city of the club. The club? Короче, в стране или город? The city, it's very, very big city. In Moscow you have like more people than all my country, so I think in Moscow is 12 million. Yes. I think in Portugal is 10 million, so it's a very big city, it's different. Ну, конечно, знал. Это очень большой город. В Москве живет больше людей, чем во всей моей родной Португалии. 12 миллионов в Москве и, по-моему, 10 в Португалии. Ну, по поводу сегодняшнего матча, да, что можно сказать, в принципе, по игре, и не давила ли вот эта вся атмосфера, которая была вокруг, потому что стадион сегодня был очень заряжен, был очень агрессивен. Today the stadium was very aggressive. It's a away game. Was it a pressure for you? What can you say about your first official game? I want to win the game. That's it. So it's a difficult game, difficult pitch. So we play against like a warrior team, you know. Congratulations to them. But this type of games, we need to improve. We need to equal the aggressivity. And I hope next game like we can win together. Конечно, сегодня мы хотели победить. Это была сложная игра, сложное поле, сложный газон. Против нас играла команда, настоящие такие бойцы. Да? И я надеюсь, что все-таки в следующих матчах удача будет на нашей стороне. Сегодня мы должны были побеждать. Universal player. Left defend. Yeah, I can make a lot of positions. But yeah. What is your favorite position? I don't have a favorite position. I just want to play with you, you know. That's it. Вопрос был про любимую позицию. У меня нет любимой позиции, готов сыграть там, где... Скажи тренер, давайте последний вопрос. А с тренером обговаривали как раз любимую позицию? На какой будете играть? No, I think the coach know me, so when the coach like want me to play, I play. Да нет, тренер меня знает, и где он скажет играть, там я и буду играть. Одна из причин, почему ты вообще решил перейти в «Спартак», учитывая его известность в прошлом как игрока. Was it one of the reasons why you joined Spartak, the personality of Dejan Stankovic? The personality, you know the coach, like a coach and like a player, you know. It's a very enthusiastic personality, you know. And about Spartak, it's the biggest club in Russia, so it's impossible to say no. Ну, тренер и игрок Станкович известен во всем мире, очень известная личность, яркая личность. Ну, а Спартак – это самый большой клуб в России, поэтому я сюда и перешел. Thank you very much. Thank you.